Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 12 по 16 стих. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога это человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Толкование. Евангелист замечает, что была суббота, чтобы показать злобу их, как они ловят всякие случаи против Христа. Обвиняет его в нарушении субботы, тем покушается затемнить чудо. Посему не спрашивает его, как ты прозрел, но как он отверз тебе очи. Во всем клевеща на Господа, как действовавшего в субботу, заставляет самого слепца припомнить, что он сделал брение именно в субботу. Достойно замечания смелость слепца, что он безбоязненно ведет речь с фарисеями. Его привели с тем, чтобы он, пораженный страхом, отверг действительность исцеления, а он очень ясно возглашает: «Я вижу». Из фарисеев некоторые, не все, а более дерзкие, говорили: «Не от Бога этот человек», а другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» Видишь ли, под влиянием чудес многие смягчаются. Вот эти люди, фарисеи, начальники, однако же вследствие сего чуда пристыжаются и несколько защищают. И была между ними распря. Распря эта происходила прежде в народе, ибо одни говорили, что он обольщает народ, а другие, что он добр. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 12-43 стих. А теперь начинается между начальниками. И вот многие фарисеи, отделившись от прочих, защищают чудо. Хорошо иногда бывает разделение, как и Господь говорит: «Я пришел принести на землю меч». Матфея, 10 глава, 34 стих. То есть, без сомнения, разногласия из-за добра и благочестия. Все, конец толкования. Слава Богу! Сегодня у нас уже 8 ноября 2017 года, и как будто бы уже начинается снежок. Он выпал уже. Сейчас только шел. Уже смотреть тут легче. С